Привіт, я Нікіта Дрюченко. Нагадую, що мої гості завжди на спортику. І сьогоднішнього гостя я назвав особисто для себе спортивний активіст. Нікіта, скажи, як ти, ким ти себе взагалі вважаєш? Чи вірно я тебе описав? Я просто люблю спорт. Ну, так, да, навірно, правильно. Пусть буде так. Назови останні три проекти, пов'язані зі спортом, в яких ти приймав участь або надихав. Самый последний был Kind Challenge. Это ребята из Киева, которые занимаются благотворительным спортом. То есть у них есть своя площадка, платформа, да, на которой они собирают помощь. Неважно для кого. Это могут быть животные, дети, бездомные. То есть не суть. Это куча разных там таблеточки и все тому подобное, кому ты можешь помочь каким-то спортивным мероприятием. И вот был щедрый забег. То есть все 19 декабря по всей Украине люди, которые хотели поучаствовать, они выбегали и должны были пробежать свой маршрут от 2 километров до бесконечности в форме сердечка. Все, то есть, да, ты, у тебя по GPS-навигатору должно выйти сердце на карте. Все. Как бы, и тем самым собирали донаты для того, для кого они считают нужным. То есть я собирал для благотворительного фонда, который помогает животным. Вот ребята, которые со мной там бегали. Это не только в Днепре было, то есть много где. Вот, они просто там донатили, кто сколько может, неважно, это 5, 10, 20 тысяч гривен. То есть, но после забега по всей Украине, даже в Лос-Анджелесе бегали, собрали больше, чем 500 тысяч гривен. Нормально, солидно. Да, да. Ты заговорив про тварин. Це в рамках цього проєкту ти пропонував, я читав у тебе на Facebook-сторінці, що з собачками, так? Да, пробігти. Да, да. Мой забег був как бы ответвление вот этого забега, да, вот был, чтобы пробежаться со своим домашним животным, так как мы помогали животным. Соответственно, я бежал со своей собакой. Які ще можеш згадати з останніх проєктів? Ну, я розумію, що карантин, давненько це все могло відбутися, але все ж таки. Мы пропустили один или два года. Давай так, кто це мы? Народная армия. Ось. Да, так. Народная армия, мы организовывали велопробеги. Угу. Велопробеги, то есть мы закрывали, там открывались велосезон. Вот, это все тоже было благотворительно. То есть мы собирали просто небезразличных людей, которые хотели бы помочь нашей украинской армии, нашим добробатам. Вот. Собирали людей просто прокатиться по городу на велосипедах. Причем мы это делали, старались делать максимально по фану и расслабленно, да, чтобы люди насладились этим. С нами и спортсмены катались, то есть это и футболисты Днепра, и вот не помню, только баскетболисты были или нет, ну не суть, футболисты точно были, вот, это были звезды эстрады, которые с нами ездили там, и часть 95-го квартала, и всякие музыканты, певцы, Борисенки, Педаны, Притулы, то есть, ну... Медийные, как бы, дуже да, медийные. Да, медийные люди, которые, скажем так, просто врывались в толпу, прокатились, люди имели возможность потом с ними пофотографироваться, пообщаться, как бы, да, и при всем при этом такой 10 минут спорта поиметь. Знову до тварин. Звідки така любовь до кудлатих? Всю жизнь у меня были кошки, и вот, кстати, по волонтерству девочка, знакомая волонтер, подарила мне собаку. Говорит, хочешь собаку? Говорю, да, конечно. Хочу. Це ти про Валькірію? Да. У неї є Instagram чи Facebook? У неї є все. Ось тут з'являється посилання на Instagram Валькірії. Да, и она мне подарила собаку, я такой думаю, блин, класс, собака. Ага. Я думал, знаешь, вот первые три месяца у меня будет, типа, ну, собака, собака, класс, я домой там лечу к ней. Все, думаю, ну, а потом же оно пройдет, и я буду, ну, обычным человеком, который утром встал, погулял с собакой, вечером опять погулял с собакой, лег спать, все, накормил ее, и все. На этом как бы закончится. Я понимаю, чувак, 4,7 уже моей собаки, я каждый день лечу домой. Угу. Каждое утро с ней гуляю. То есть у меня собака максимально активная. Она каталась на борде, на велосипедах, каяки, сапы. Нормально, на спортику, короче, такая теж. Она намного активнее, чем большая часть моих друзей. Ты знаешь, мне, некоторые друзья говорят, блин, я хочу быть валькирией, потому что она ходит по всем заведениям, она спортивная. Ну и такая яскравая життя. Да, ее еще трогают красивые девушки, поэтому... Боже, одни плюсы. Ты да. Слухай, ты кажешь, что ты гуляешь с ней по месту, а у Днепри... скажімо, багато взагалі місць для вигулу собак, організованих? Мінімум.
минимум. Небагато взагалі. Вообще, город не предназначен для выгула собак нормального. Отдаленные районы, спальные, где-то кое-где есть площадки. Вот какие нагадывают. Да, да, где есть что-то там для того, чтобы собачка какие-то там барьеры перепрыгнула или еще что-то, но так вообще нет. Я жил в центре, я не мог с ней нормально гулять. То есть я спускался с Комсомольской на набережную, и ну, на газон нельзя. Ну, по асфальту, ну да, мы пробежались там с ней, побегали по набережной, но это все равно не то, это жара, это неудобно, некомфортно. З цього в мене виникає питання. Дніпро не кудлата столиця, але дехто каже, що Дніпро – це спортивна столиця. Це так чи ні? Однозначно, так. Да. Однозначно. Не дивлячись на те, що в інших містах є такі програми, які також так називаються. В Одесі, Харкові, Дніпро – спортивна столиця. Тоді скажи, чому? Я это, наверное, понял, знаешь, вот во времена трехмесячного карантина, локдауна, у меня много друзей, да, там мои друзья-кроссфитеры, с которыми я занимаюсь вместе в зале, там, и я понял, что просто люди настолько скучали по спорту, что вот они массово выходили на площадки, не ездит транспорт, ну, то есть, прикинь, у кого-то же нет тачки поехать там на площадку, которая находится в районе магазина «Планета» на Гагарина, ну, в районе Гагарина. Вот, и ребята ехали там своим ходом, кто-то пешком шел, кто-то на машине вез гири, гантели, грифы, просто привозил, и вот там ребята в 8 утра, какие-нибудь занимаются на баскетбольной площадке школы кроссфитом. Мне очень далеко туда было ездить, поэтому я пошел просто у приемщиков металла, с кентом купили гирь, которая обошлась там гривен в 300, когда в магазине она стоит двушку. Вот. То есть так. Да, TRX, которые я забрал у Зазулером. Спасибо, если смотришь хоть что-то от тебя хорошего. Вот. Да, и я просто с друзьями выходил на площадку во дворе. Вот гиря, гантеля, TRX, купили там пару резинок. И у меня люди... Я выкладывал каждое утро тренировку свою. В 7-6 утра мы вставали и шли на тренировку. Я выкладывал ее в сторис. У меня не так много там подписчиков. Но... А что соседи сказали? Они выходили, они пьют кофе возле окна, и они «доброе утро» кричат. Дивились, да? Они уже начали все здороваться с моими друзьями, которых они не знают. Они уже там типа «доброе утро, мальчики». Там, ну, нормально. «Как тренировочка». И у меня люди, которые на меня подписаны, там пишут, блин, Никит, ты вот там мотивируешь заниматься на карантине, кто-то подъезжать хотел. То есть люди начали отмечать... Да, люди начали отмечать меня, что вот смотри, я уже занимаюсь. Я понял, что вот просто мы тотально перешли на спорт. Вот, ну, реально тотально. Это не значит, что все стали там такими, типа, трезвенниками, язвенниками. Правильными. Да, да. Я считаю, это и не нужно. Ну, типа, если человек хочет выпить, он может выпить. Ну, не нажраться говно, да, а выпить. Вот, я курю, я могу выпить, но при этом я бегаю полумарафоны, я участвую там в гонках наций, во всех этих движухах. Так, вот. Мы про це поговорим ну, трошки. Да, поэтому, ну, как... Слухай, ще є в тебе відео, як ти у під'їзді стоїш і піднімаєш гирі. Як це взагалі в голову прийшло? Короче, було дуже холодно. Ну, от прям невероятно холодно. І у мене нет нормальних перчаток, которыми я мог би з гирі займатися. Звичайно. В холод. Я думаю, блин, выйду в подъезд, а я забыл, что у меня лифт не работает. Ага. То есть, соответственно, все время, которое я между этажами на площадке тренируюсь, у меня, знаешь, соседи туда-сюда ходят, и вот эти бабушки, которые думают, что я наркоман, ну, адекватный же человек не будет это делать. А я еще учился жонглировать гири, то есть подбрасывать, прокручивать. Нет, он не точно наркоман. А она иногда падает. Сильно. Падает, я просто ухожу домой сразу. А сколько вот, она важит? Она весит вот это 24. Ну, поэтому... нормально так глупая. Ну да, я ее так хватаю, понял, сразу домой захожу, думаю, соседи пока там поорут на кого-то, кого нет уже, и будет ну, классно. А так, загалом нормально все реагували на такие прояви? Да, да, абсолютно. Отже, Дніпро, на твою думку, спортивна столиця. Это факт. А якої не вистачає масштабної локації цьому місту? Блин, наверное, не хватает вот таких площадок, как в Киеве, Труханов остров, так. Где у них есть просто вот такая трушная качалка уличная. Чтобы самые таких побольше. Да, да, да. То есть, ну, турники брусья есть уже почти в каждом дворе, благодаря там куче разных людей, которые их устанавливают по районам, да. Это как бы очень круто, но хочется еще
ну, помимо своего веса работать еще с чем-то. Потому что, ну, допустим, я не любитель турников и брусьев. То есть я могу позаниматься, но мне этого мало. Мне хочется чего-то там большего. Поваще. Да, да. А когда ты 3 месяца сидишь, где ты штангу возьмешь? Ну, чувак, типа, серьезно, она будет стоить 10 тисяч там тебе купить ее. Поэтому такого не хватает. А який спортивний івент у Дніпрі ти вважаєш візитною карткою цього міста? Блін, слушай, тяжело сказати. Очень круто, що у нас гонка нації почала проходити в Дніпрі. Это вот, ну, максимально круто. Мы долго их ждали. Мы хотели запустить ее раньше, чем они зашли. То есть мы встречались с организаторами, мы народная армия. Вот. Это была бы не гонка нации, а носила бы немного типа смежное название народной армии и гонки нации. Запустите по своей движению. Мы уже посмотрели локацию. То есть мы там выбрали в районе... Были идеи какие-то, да, свои, да, уже. Да, уже прям вот, ну, максимально мы были готовы это запустить, и оно... Оно просто исчезло. Знаешь, как вот, типа, мы с тобой сейчас поговорим, и ты, оп, и забыл обо всем. И вот так и вышло. А потом на следующий год появляется гонка нации. Как бы плохо, что она не как Киев, Львов, Одесса, нет дистанции, типа, там, 21 километр. Чтобы же помирать и так... Да, да, чтобы умереть максимально, но, опять-таки, огромный плюс, это, блин, лавина, это вот этот долбанный подъем. Круто. И, круто, ну, знаю. Ты умираешь сразу, все. Слухай, ну, ми з тобою бачились, до речі, на останній гонці націй. Я біг один раз, ти біг скільки разів? 2. В Дніпрі 2. 2 рази. Навіщо біг ще раз? А в інших містах, до речі, ще й пробував? У мене був слот на київську гонку, але у мене не вийшло туди поїхати, поэтому, к сожалению, нет, но ще все впереди. Так, і навіщо біг 2 рази? Мы бегали с ребятами, с десантниками, с 25-й бригады, с ВДВшниками, да, 2 года подряд мы вместе с ними бегаем, это ребята, которым мы помогали с самого начала войны, вот, и пацаны хотят пробежаться, и спасибо организаторам, которые дают им возможность, то есть нам давали отдельный старт. Круто. То есть мы не в общей копилке там лежали. А бежали. Окремо. Да, отдельно, там чуть-чуть позже, да, там с запозданием. Ну, типа, это очень круто на самом деле. Марафоны бегов да. У Дніпрі? Да, які саме, яку дистанцію? Інтерпайп 2x21. І третій раз ми з другом біжали 21, але я 10, він 11. Стафету. Які відчуття, коли вперше пробіг 21 кілометр? Блін, я помню свой фініш очень хорошо. Где-то на 15-м кілометрі, вот перший раз я пробіжав 18 кілометрів. У меня порваные кресты на ноге, я бежал на коленнике, мне было очень больно, очень неудобно. Я психанул на 18 километре, я такой, типа... Неудобно! Порваные кресты! Трошечки же там щипали. Немного, да. И я, короче, я пробегаю 18, я смотрю на часы, типа, понимаю, что у меня 18 км уже. Ну, мне, ну все, я не могу бежать. Я реально не могу бежать. Остальные 3, да? Да, и у меня ребята рядом были со мной, которые говорят, что, ну, типа, по времени ты вкладываешься в таймкэп. То есть ты можешь пойти, дойти до финиша и получить, равно... получить медаль, типа, свой, ну, типа, у меня фишка не в медали, то есть мне хочется это сделать. Результат. Это первый полумарафон. Ну, я просто снял датчик, выкинул его, ну, не выкинул, просто снял и сошел с дистанции. Для меня было принципиально, то есть, ну, это бег. Соответственно, ну, да. Типа, я должен пробежать, а даже не дойти последние вот эти 3. А потом, когда пробежал все-таки, я просто закурил. Вот я, знаешь, финишнул, и меня встретили сигареты, и типа... Вау! Мне надели медали, я такой, знаешь, сразу сигарету взял. Да, да. Слухай, то ти вже вдруге говориш за інтерв'ю, що ти спокійно куриш сигарети, там ТСЕ можеш випити, я теж собі можу це дозволити, коли захочу. Це заважає, коли ти бігав там марафон чи гонку націй? Ну прям відчуваєш це, що це мені заважає все, я відмовляюсь від цього. Я не могу сказать, что это мешает мне. Я понимаю, что если бы я не курил, ну, как минимум не курил, да, я бы... был намного выносливый. Но спасибо моим кроссфит-тренерам, которые во мне, скажем так, да, которые во мне зародили выносливость при помощи кроссфита. Я понимаю, что я могу взять и пробежать это там 21, если нужно, курящим человеком. И, типа, быть не хуже, чем многие некурящие. Складні зараз буде дуже питання на уяву.
Ти фанат ФК Дніпро, я вірно кажу? Да. Чи ти ультрас? Тому що тут Євген Переверзів пояснював, що це, як це. Я тому хочу... Я везде. Добре. Так, уяви, що в тебе грошей, ну, скажімо так, як у Ігоря Валерійовича Коломойського. Як ти бачиш відродження команди у Дніпрі? Слушай, я уверен, если бы Днепр возрождался, это даже не воображение уже, знаешь, будет, а если бы он возрождался, если бы люди знали, что уже Коломойский не будет иметь к нему отношения, а просто там условно какой-то там Ярославский тот же, да, человек, который любит футбол действительно, да, и готов кидывать деньги в него. Ну, все точно. Я уверен, что просто все топ-игроки, особенно украинские, которые у нас были, это Безус, это Зазули, это Селя, они бы все вернулись. Повернулись. Я просто уверен на все 100%. С кем из этих людей ты спілкуешься? Со всеми. С хлопцами. Как у них там справы? Давай, Селя, можешь коротенько? Селя царь, все. Так, добре. Далее, Зозуля, Рома. Ест паэлью, стал лысым. Іспанія. Мабуть, що вже давно. Повністю лисим. Ага, повністю. Так. І Безус. Вот Без, блин, он самый прям вот шикарный чувак, вот серьезно. Мы не так часто с ним сейчас переписываемся, но я и на него, и на жену подписан в инсте. Я смотрю фотки, я всегда радуюсь. Это знаешь, вот я смотрю, это муж, жена, дети. То есть идиллия. Идиллия максимальная. Они живут в Бельгии, в спокойной стране. Он на топ-уровне своего клуба. Его опять вызывали в сборную. То есть он вернулся, да, на уровень того футболиста, которого снова зовут в сборную. То есть, ну, все классно. У чувака все круто. Вот за него я рад вообще максимально. У него, да. А кто бы из легионеров повернулся в такой Днепро, про який мы говорим? Лаштовка, 100%. Ян. Він зараз де? Он в Чехии, он в родном городе своем играет. Тоже все хорошо, он доволен. Дом, жена, ребенок, все рядом. Клуб стоит на воротах хорошо. Он бы вернулся стопудово. Яким комплексом вправ у кросфіті ти пишаєшся, який ти виконуєш? Тому що я дивився твоє відео, ти помираєш. Ти помираєш, але ти щасливий. Ось яким комплексом вправ? Що твоє там улюблене? Блин, я очень люблю становую тягу, потому что я ее никогда не делал. И только в кроссфите начал делать, и очень быстро начал расти в плане веса, который я могу брать. Вообще, я люблю в принципе весь кроссфит. Даже то, что у меня не получается, это типа пистолетики, да, это приседания эти на одной ноге, мне все равно это нравится. Я хожу, я мазохист кроссфитный какой-то. То есть я пошел на него только потому, что я устал... Когда ходил в Спортлайф, от того, что ты ходишь, смотришь эти красивые мужики, накачанные, да-да-да, с идеальным прессом, сиськами. Они, ты знаешь, там потягал два раза штангу 50 килограмм на грудь и стал все там сиськами играет в зеркало, там, бицуху. А я хочу что-то пойти сделать, а там этот мужик, он лежит, вот это, знаешь, там... Дуже красиво це робить. Он жмет так, понял, что все... которые там ходят, чтобы они на него смотрели. А мне надо просто подойти, там, 10 раз выжать эту штангу и пойти дальше что-то делать. Я пришел на кроссфит, благо друзья у меня этим занимались, говорят, приходи. Мы тебе покажем. Да, ну, типа, это классно. Как будто и сильным, и красивым. Да, говорит, это классно. Я прихожу, короче, час, и все, ну, я не помню, как я выходил оттуда. Потому что... Ну, мне кажется, меня, может, выносили. Який вид спорту у Дніпрі номер один зараз? Да, я думаю, футбол и остается. Даже без Днепра, да, у нас очень много городских команд, много всего, поэтому я думаю, что он остается. Я нещодавно, здається, ти в Instagram викладав фотографію, я бачив, де ти, ну, такий, реально пузатенький, вот такі щочки звисають над тілом. Чому ти вирішив змінити себе? У меня была девушка. То есть, ну, уже как бы, прикинь, девушка есть. По факту же не повинно быть. Ну, я иногда думаю, а почему, типа, зачем она была? Ну, просто метаморфози. Тут ты в кроссфит-зале, я бачу, что ты вытворяешь, и тут фотографию тебя побачив. Ну, ты такий... Ну, я там на 20 килограмм, чуть больше, чем на 20. Ну, так чому вы решили изменить? Я не знаю, просто какое-то утро проснулся, думаю, блин, я хочу побегать. Вот, ну, вот мне захотелось побегать. Я вышел, надел кроссовки там, или кеды, какие-то там шорты голимые, футболку, я вышел такой, думаю, сейчас побегу, наушники, 700 метров, и я иду уже домой, думаю, нет, это не мое,
И потом так, знаешь, еще раз, и все, и у меня зашло, у меня бег зашел, я 3 месяца, у меня был такой челлендж, я 3 месяца каждый день бегал минимум 10. То есть минимум 10 километров я должен 3 месяца подряд каждый день пробегать. Я бегал, набегался, и все, как бы кайфанул. Я остаюсь как бы там большим, я не дрыщ, там не худой, ничего, но зато... Ты на якихось там сушив себе чи ні? Вообще нет. Ну, вообще не мое. Я занимаюсь кроссфитом для того, чтобы не разжиреть, вот не стать огромным, каким я был, вот прям с пузом торчащим и с такими щеками. Я занимаюсь кроссфитом для того, чтобы я после тренировки пошел такой в магазин, такой, блин. И ясишь ты все, что заходит? Киевский торт. Ага. Вот класс. Я его покупаю, беру ложку. И он нормально заходит. И он так, оп, и знаешь, у меня мозг отключился, а потом я так, оп, пустая коробка. И 2 чашки чая закончилось уже. Все, я поел, и мне классно. Спасибо. В Маке поел. И останнє питання. Уяви, що я мер міста Дніпро знову. І я пропоную тобі, твоїм друзям, безмежний ресурс, фінансовий, будь-який, ось повний карт-бланш. Який спортивний проєкт ти б реалізував у Дніпрі? Блін, я дуже хочу от арену. Да, я би хотів дуже арену, щоб там було все. Щоб ти там мог на серфі катати, вчитися. То есть, да, искусственная волна. Непогано. Щоб там були скейтери, ролери, там, BMX-ери, да, пусть там будуть турники, брусья. Но чтобы это была площадка, где человек может себя максимально реализовать. То есть у нас, на самом деле, у нас в городе очень, ну, много мест. То есть ты можешь, хочешь, ты можешь на Вейке поехать покататься, да, вот, есть. На Синтозе. Питание. Ребята из Киева приезжают на Синтозу на выходные. То есть я общаюсь, ну, и катаюсь тоже, да. Вот, ребята реально снимают бус, едут на 2 дня на Синтозу из Киева в Днепр, потому что им дешевле проезд, проживание и питание дешевле, чем в Киеве покатать. Мы проводим здесь, блин, на Синтозе чемпионаты Европы, так, чемпионаты мира. Ну, типа, чувак, это круто. Это, ну, в Днепр. Я на прошлом чемпионате был, из Исландии какие-то девочки катают. Они, так сбирни так приезжали. Они не знают, что это такое. Типа, Украина, Днепр. Ну, прикинь, ей выговорить Днепропетровск там, или Британка так, какая-то. Но это же очень круто. Это реально очень круто. И у нас есть... У нас есть все. У нас есть Лавина, у нас есть Синтоза, у нас есть площадки, у нас есть в районе там Коммунара, да, эти для роллеров и скейтеров и велосипедистов. Это очень круто. Но оно все разбросано максимально далеко друг от друга. Вот максимально. А если бы все это собрать воедино? Ну, я так розумію, що ти більше тяжієш до не таких масштабних видів спорту, як там футбол, чи побудувати баскетбольну арену. Не, ну ладно, у меня на районе прям арена є, слушай. 12-й квартал, только поэтому и знаю, там Днепр. Ну, вона вже в себе не вміщує людей. Не, было бы круто построить. Нет, на самом деле было бы круто, потому что когда построили, вот шинник переделали под площадку для БК, я зашел и думаю, как? Ну, то есть в прошлом году мы там рождественские игры, да, футболисты, так, да, и баскетболисты, все бачили эти туалеты. Ужасно все было. И я прихожу через год, и там идеальная площадка, просто идеальная картинка в телевизоре, когда ты смотришь трансляцию, идеально внутри. Ну да, я понимаю, что как бы не вмещают, вот увеличить, да, было бы очень круто. Ну, тем более, что Днепр БКшка радует, в принципе, своими выступлениями. Ну що ж, це був черговий випуск на Спортику. Мрійте про те, про що говорить Нікіта, і можливо все це збудеться. Головне, не зупиняйтесь, займайтесь спортом, і все у вас вийде. Всім пока!